Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. 16-летние и старше возрастом курские подростки сегодня проходили квалификационное испытание на получение водительского удостоверения категории «Б». До этого парни и девушки успешно прошли абсолютно бесплатное обучение в юношеской автошколе, которая с 2016 года является подструктурой Курского областного дворца молодежи. У нас есть две программы. Программа двухгодичная для детей, которые поступают к нам на обучение в 15 лет, и одногодичная программа для ребят, которые поступают уже в возрасте 16 лет. Поскольку именно с 16 лет могут обучаться именно непосредственно вождению, а не только уже теоретическим дисциплинам дети. Для сдачи практических испытаний из нескольких упражнений на автодроме в поселке Лебяжье, где принимали экзамен на сотрудники ГИБДД, есть все необходимое. Учебные автомобили также оборудованы всеми техническими средствами для контроля действий водителя. Оргмоменты проведения мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации и уровень подготовки юных курсантов проинспектировал заместитель губернатора Курска области Юрий Князев. Школа существует с 85 года, 35 лет уже школе в этом году будет. И инфраструктура постоянно усовершенствуется. К сожалению, у нас нет собственной площадки для сдачи экзаменов по вождению. Но вот буквально на днях обсуждали перспективу развития. И будем стараться приобрести свою площадку. В прошлом году куплено 4 новых автомобиля вот «Лада Гранта». И в этом году тоже было приобретено. Замглавы региона пожелал всем курсантам успешной сдачи экзамена и лично поздравил с выполнением всех упражнений первого испытуемого. Было волнительно, очень сильно боялся забыть, неправильно там упустить ориентиры, еще что-то. Но вроде как выдержал, прошел. Все, проехал. Самое сложное, вот как показала практика, заезд в гараж. Просто, не знаю, как-то растерялся уже. Вроде последнее упражнение, надо выдохнуть, а оно как раз-таки одно из самых трудных. Отметим, что из-за огромного числа желающих руководство региона будет решать вопрос о назначении квот на бесплатное обучение в автошколе для детей ТЖС и юных лидеров школ. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.